Они отдали свою жизнь за мир. В Ульяновском соединении ВДВ почтили память десантников, погибших в Чеченской республике. 25 лет назад, в 1996 году, бойцы 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии получили задачу разблокировать из окружения подразделения 506-го мотострелкового полка под селом Ведено в Чечне. Военные попали в засаду боевиков. Но несмотря на тяжелый многочасовой бой с явным преимуществом соперника, десантники смогли выполнить задачу. В бою погибло 26 человек. Этот день и стал отсчетной датой Дня памяти погибших воинов-десантников 104-й, а сейчас 31-й десантно-штурмовой бригады. На плацу воинской части провели митинг, возложили цветы к монументу погибшим героям. Почтить память пришли сослуживцы и семьи парней. Для нас, почему говорю для нас, не только от себя, потому что мы общаемся с вдовами, всегда важна поддержка и осознание, наверное, значимости этой смерти. Потому что отдать свою жизнь в мирное время за Родину, то есть осознанно идти на смерть, ведь это, наверное, не каждый сможет. Председатель общественной организации инвалидов войны Рафаэль Мардеев участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе в составе 91-го батальона. Он отмечает, подвиг героев не будет забыт. Несколько лет назад силами ветерана 31-й бригады было увековечено память всех ребят, погибших на Северном Кавказе и в Афганистане. На каждой школе муниципального образования размещены мемориальные доски ребятам, которые не вернулись с поля боя. В храме пророка Ильи, расположенном на территории соединения, прошла заупокойная лития по погибшим воинам. Анна Тищенко, Улправда ТВ.